В этом видео я поиграю за призрака в фасмофобии. Сейчас с помощью кое-каких тут штук-дук я захожу в дом, умираю и, получается, становлюсь призраком. И со мной в лобби еще есть другие игроки. Все, окей. Как только я... Ну, они увидят, что как бы охота закончилась и я умер, собственно говоря, они заходят в дом. И начинают там все вот эти вот свои расследования и все такое. Ну, мы так договаривались, если они, конечно, это помнят. Они меня, то есть, не видят. Я могу делать взаимодействие, да, типа трогать что-то. Могу делать гост-ивенты, могу начинать охоту. Вот. И, кстати говоря, к слову так скажу, давайте я их размучу, потому что они будут кричать, мы должны слышать, насколько мы сильно их пугаем. Так, дайте-ка мне... Ага, понятно. Я, короче, Морой. Я Морой. И, кстати говоря, моя любимая комната прямо здесь. Нет, давай, я могу, кстати, менять свою любимую комнату. Давай-ка я вот поменяю свою любимую комнату на подвал. Хочу быть подвальным. Так, изменить любимую комнату, все. Я буду подвальным. Иногда я буду выходить, типа, смотреть за всем вот этим вот. Подожди, они там что собираются делать? Они обсуждают или что? Пойдем, готовы? Очень страшно, я закрыла. Здрасте. Дай! А чё так сразу? Ну, долго они просто готовились. Долго они собирались сюда идти. Поэтому надо чуть-чуть жару поддать. Ну, нормально. Нормально в потере. На этом месте... Может быть, они сейчас будут... МП5 нет. Может, они сейчас будут думать, что типа это... Что типа это моя любимая комната. Но я... Я постараюсь отыгрывать по РП. То есть я не буду, как бы... Ну-ка. Ладно, я не буду пока что давать им знак. Не буду. По идее, это не должно сработать. Давайте посмотрим... Взаимодействие делать в подвале. Пускай они немножко... это... Блядь, нет, тихо. Никакого зеркала. Давайте я смотрю. Ладно. Это коридор. Это не коридор. Это не коридор, зеркало обмануло. Приятно. Ну ладно, пускай. Так, где он? Ой, надо свалить. Подожди, а что у меня за улики? Радио. Сейчас сделаю так, чтобы... А не, подожди, вы же в зеркало. У меня смотрели? Две улики, то есть радио по-любому будет, записи и минусовая, возможно, будет. Зеркало руина, реально. Так, у них у всех... Капец, у них рассудка. У них рассудка, короче, у одной 50, у второй 66, у третьей 70. Не мираж, хорошо. Что-то наебнулось со звуком, я выйду сейчас и зайду. Данил Лемурович, на дневник. Пиши, давай туда. Ну, арбу я не вижу. Дай знак, ой, блин. О, привет, сладенький. Вот это реакция. Я свалю, потому что сейчас... Возможно, станут нас с радиоприемником проверять. Кстати, какие у меня... Ну, он наступил в соль, это улики. Не мираж. Написано, что... Лазерки нет. Написано, что спиритбокс, ну, типа, радиоприемник только. А другую улику у меня не написано, какую я им дам. Ну, хз, ладно. Я могу, кстати говоря, сделать даже вот так вот. Улеты ряд, манкиш, я думаю... Даня, прекрати делать гост-эвенты в фургоне, пожалуйста. Очень неудобно. А чепятков не было. Ты чё? Ну, Даня, ну посиди в доме, пожалуйста. Сейчас мы придём. Блядь, включить. А это гост-эвент был, он сам его сделал, я... да. Поговорите в радио. Иногда он может сам. Давай я. Надо им какой-то знак дать. Но у меня любимая комната не эта. У меня комната любимая — подвал. Я ее сменил на подвал. Я хочу быть в подвале. Они же не услышат, да? Давай я дверь потрогаю вот эту вот. Опа-на. Дверку закрыл. Сейчас. Ну-ка. Скажите им, что у меня любимая комната в подвале. Подвал. Не-не-не, я только проверяю. Прям сказал ублюдское. А, привет, сладенький. Он только что. Разве? Я слышала. Нет, блокноты пустые. Блокноты пустые. Оба. Да. Где попробую? Даня, где попробую дверь? Даня. Где МПшка? Я хочу еще за гость. Где МП? О. Даня, дай. Он стоит. Дай его. Блин. Пора охотам. У них уже меньше 50 рассудка.
Здравствуйте. До свидания. Нормально. Но пока у них не будет, короче, ноль рассудка, я буду отыгрывать, соответственно, ну, так как надо, да? Да, очень громко. Да, нет, когда я сразу лечу все. Ой. Ну ты ничего не сказала. Блять, у меня в Дискорде, потому что стоит на кнопку на начала охоты. На кнопку слэш, да? Да. Я, давайте я из Дискорда пока что ливну, только вы не ливайте из этого канала, хорошо? Угу. Чтобы, блядь, не размучиваться. Так, охота закончилась, правильно? Да. Сейчас, секунду. Ой, не-не-не, подожди. Меня смущает то, что Вафер мне написал в Дискорде, типа, Даня сказала, что это подвал, просил нам передать. Но зная Вафера, он мог мне знатно набрать. Да, Вафер красава. Вафер красава. Я в подвале. Я в подвале! Где они? Это ты потушил? Давайте, короче, давайте я сменю комнату любимую на... Я включил свет? Нет, я выключил. Я тут включил свет? Нихуя себе. Реально. Давайте я сменю любимую комнату на вот эту, на Dining Room, хорошо? Все. Я сменил. Потому что пока они до подвала дойдут, тут они хотя бы слышат. Идите сюда, я тут. Ну, кстати, улики у меня имба вообще. Походу, у меня реально блокнот будет. Потому что минусовой. А в смысле? Даня, злодей песокатый. А ну вернись. Иди сюда. Чего хожу криво? Я тут. Как красиво лежу. У близнецов радиоприемник, ты говоришь? Да, у близнецов радио минус. Я подожди, а обязательно, он же одну прячет. А, ну да, кстати, вот минус там нет. Перенесите сюда штуки, бля. Сложно быть призраком, даже если хочешь, чтобы тебя вычислили. Но ему могут кинуть АП, поэтому без литигаги сегодня. Надо по-хорошему тогда радио получить, МП5, все у нас. Тут моделька. Нет, кто-то здесь. Даня, привет. Ой, а что у тебя с лицом? Тебе маманка. Они думают, что я близнец. Ой, ты ходил к хирургу? Привет, сладенький. Не, мне кажется, это только уже к стоматологу. Даня, ты немножко, да. Так, мы идем. Нет. Все, пизда. Хорошо. Так, моя любимая, Dining Room, ну-ка. Я хочу, чтобы они зашли. Что мы сейчас делаем? Что мы сейчас делаем? Я ставлю радио. Скажи, что я ясно. Они тут. Ну, я могу охотиться, но я все равно, типа, у них не надо рассудка. Приятного аппетита. Все живы? Я не знаю. Да хватит. Я в эту, я не даю им этого. Выключил щиток, нет же. Почему-то радиоприемник не дается. Да мы уже, в принципе, поняли, кто это, мне кажется. Да я тоже знаю, кто это, важно. Я тут. Пойдем тогда. Мы выяснили, что это близнецы. Это не близнецы. Это, конечно. Ну, не обязательно. Это не близнецы. Блядь.
Я видел, куда она побежала, у нее благовония нету. Не ешь, подумай! Живы? Я говорю, Летку здесь не любят. Нет, нет. Блин. Бля, пиздец. А, о, я сейчас ей могу передать. Подожди. Минус Лето получается. Лето! Лето! Меня слышно? Очень плохо, как будто на лапку съела. Выйди и зайди в дом. Все? Выйди и зайди нормально. Да, нормально. Пойдем. Это близнецы. Это не близнецы. Там постоянно эта штука, это не близнецы. Когда играешь за призрака, типа постоянно вот эта херня появляется. Ну, на доске. Вы из-за нее подумали? Да, конечно, из-за нее 10 раз. Манка? На таблиц на экране. Бля, ну мы просто... Ладно. Ну мы пока валяла ханы, у нас вообще ни одной улики нет. А, так потому что я не в этом, не в фойе. Так я в своей любимой комнате, я ж по РП отыгрываю. Ну типа, у меня комната была подвал, я даже поменял ее поближе к вам, ну на Dining Room, чтобы вы слышали, что я там взаимодействую. 0,8. Я 1000 раз Ghost Event делал, а вы не проверяли. Короче, я пошел их убивать. А, блядь, я не могу еще. Девочки, помянем. Это уже не Ghost Event, да? А, меня проиграла. Ты кто же не пыталась убегать? Мансить хочет? Таня, давай ты мне прошепчешь на равный и... Все, как вы один на один. Спасибо. А лампочки зачем было разбивать? Так это Мара. Алло. Я пойду в гараж. Дай, а я хочу картошку взять. Это Полтер. О, имба идея. Все. Отстань. Я тоже хочу машину. Она вышла из дома? Опа. Вышла, походу. Призрак, покажи себя. Охота, атака, атака, охота. Покажи себя. Блин. А таблеток больше нету, да? Пик. Таблетки есть. Покажи себя. Ну, хотя они особо ничего не сделают. Ну-ка. Привет. Выходи сюда. Да он не пишет блокнот, блядь. У него нет блокнота, походу. Чё ты ржёшь? Я не могу здесь дверь просто их... Пошли погуляем. Семён котиков накидали. Здравствуйте, пошли погуляем, мы все сделали. Ой, котики это как лайки. Только котики. А вот фиг тебе, а фиг тебе. Ой. Ну сейчас. Все, я уезжаю. Плачу. Что это, господи? Передайте ей, что это не близнецы. Таня, кинь близнец, если я уезжаю. А каким образом передать, что это не... А через Дискорд. А, ну-ка. А можно сделать ногу? Ну все. А что с графиком? Спасибо. Спасибо. Таня, давай договоримся. На тебе крест, Таня, подожди, ешь. Давай ты его пока не будешь кушать. И охота начнет тоже. Ладно, давай я даже вот так вот. Он кинул блокнот, он ведь не написал в него? Ага, блокнота нет. О. Я не могу Ghost Event сделать. А что такое Ghost Event, короче? Что, блядь, случилось? Алло! Я, сколько ЮП? Мне 5. И сыпь. 2. Что, блять, у меня со стримом, нахуй? А вот тебе еще один крест. А вот тебе крест. Опа. Опа. Что за ебала, блять? Опа. Это, опа. А еще, опа. Пиздец, лол. А еще охуенно. Может, опа. Давно это говно? Это, блять, какие-то... Ой. ОБС ебанулся. Опа. Это давно было? Блин, я не могу. Ух, приятного аппетита. Опа. Проверь радио. Конечно, тут. У него нет выбора больше. Никуда далеко ходить. Он мне не горел, поскольку он вроде как менял комнату. Да не кушай крест, у тебя КД должно быть! Что ты пока мне ползешь, подожди. Да нет! Отстань!
Ты гонки! Что ты мне в ухо дышишь? Не дыши мне в ухо. А тут можно прятаться, бля. Что это за бетон? Отстань! Отстань! Нет, нет. Я шкафчик. Отстань! Не знаю, какого хуя. Ты бомбу не забрал? Дай пожить! Ну пожить, ну пожалуйста! Да ну кыш! Крис, у меня благовоний нет. На проверку радио. Отстань. Ой, а на Даню можно нажать? Блин, почему она радио не проверит? Что я могу еще определить? Я проверяла, там в начале. Может, на горю проверить? Мы только зашли и загостила, я проверяла, и не было ничего. Почему не гостила? Что ты щиток трогаешь? Тебе ты показываешь, что ты тут. Да нет, я не тут. Сейчас лазер крутой. Бля, ну ладно, теперь я тут, давай, допустим, я теперь тут, хорошо. Щиток не трогай, он сам трогает. Блёха. Стрелишь. Ну нету лазерка, нету. Тут не горел, зачем я лазерку принесла? Путь на. А? Красивый щиток, я знаю. Здравствуйте. Нет меня тут. Тебя тут не должно быть. У вас дети в ногах? А она увидит типа руку, если? Хороший шкаф. Как дела? Как нас тут много? Я дверь, отдай. Нет, наша. Кидай. Крис, ты пожрал, все пожрал. Ага. Почему ты минусовую не дает, я не хуй знает. О, радиоприемник есть! Ура, блядь! Так, хорошо. Это могут быть близнецы, тем не менее. Но я им подсказал, что это не близнецы. Окей, арбы не было, смотри. Ну, блядь, хотя... А, свечку потушил. Да, тебе прохладненько. Это нет. Смотри, это, да? Начинаю охоту прямо на свечку. Ага, это нет. Это нет. На пимпочку нажать, он себе тип сменит. Спасибо вам. Отстань. А будильник-то зачем было включать? Это в школу телефон. Пора. Отпечатки чекнуть, отпечатки чекнуть. Да нет, ты не мяу. Два. Ага. Мать моя, как это дарасит-то. Сколько? Надышал тут. О, картошка. Точно. Блять. Вообще не осталось. А где срезали. Картошка? Это типа отпечатки есть, да? Но почему-то их не... Мама, что происходит? Мама, где я? Это моя сестра. А у вас все улики или ты? Нет, меня дома нет. Нет, нет, нет. Зато мы есть. Здравствуйте. Да блядь, что за хуйня? Хотите поговорить о боге нашем Делимуре? Сука, я понимаю, что ты не чё. ОБС, ты ебанулся? Ну что-то фантом. Это Делимимик. Делимяу. Почему арбы не было, если ты мимик? Куда? Стой.
это типа да. Пошли на карту. Ой, привет, Славя. Привет. Привет. Стратегия. Привет. Давай, если ты мими, продолжай спамить гост ивента. Какая, какие гост ивенты? Ты не мими. Да, я не мими. Если ты, Андрео, продолжай спамить гост ивентами. Если ты, Йокай, продолжай спамить гост ивентами. Мне кажется, это не так работает. Просто кажется. Если ты фантом, продолжай спамить гост ивентами. Что, раз, два, тык-тык, манга... тык-тык-тык. Мне кажется, тут кровать особо не поможет, они так справляются. Что тык-тык? Ну типа, ну... Я не фантом. Этого того. Моя дверь. О, блядь, это охота? Ну это он сам уже. Скорость больше, чем в прошлый раз. А почему? Да. Лампочки разбили. И тут лампочки. Значит, Мара. Ну, он всего две лампочки разбил за счет этого. Он террорист. Отдам, урод! Мама Левинанта, спасибо за 50 рублей. Мы сделаем так, что контртеррорист свин. Все хорошо. Буду ждать тебя эти недели. Так что пиши в ТРГ. Люцелую меньше, чем три. А радиоприемник был? Да, не трогай щиток! Прям да я специально щиток трогаю. А что если МП5 его... Блять, ну... Камон, он быстрее стал! Топот наступил... Ой, в шепот наступил... Блять, соль наступил. Типа, камон. Ну, я правда швыряюсь, как ёбну. Нет, типа, если он по РП отыгрывает... Он по РП отыгрывает. Ну, он 8 башен опять активирует. Ах ты! Съебать куда-то хочет. Отстань. Пасхалочка. Отстань. Давай врубай. Давай еще. Молодец. Лучший. Давай еще. Ну давай, мантим, мантим, мантим. Нихуя. Нет, ты не фантомчик. Ты не сюда, не нужен. У меня стрелка нет. Движка, дверь! Да дверь! Почему я дверь не могу закрыть? Ну, блять, я давал шансы. Это и заблокировано. Ты поняла, кто это? Нет? Лето. Юля. Давайте вернемся в Discord. Рой?